Привет, народ. В общем, вчера был на подводной охоте. Пострелил две рыбки. Ну, а сегодня их почистил. Витя. В общем, Саньки Кондрашова видел я на канале. Как быстро почистить рыбу. Ну, вы уже поняли, да? Керхером. Я пробовал как-то чистить рыбу керхером. В гараже. Но это было, я вам скажу, очень-очень плохо. Почему? Потому что давление у меня не было магистрали, к которой можно подключиться. То есть самотеком у меня вода текла с бака. Соответственно, и керхер, так знаете, не очень сильно давил. Поэтому не получилось у меня почистить нормально рыбу керхером. Привет. А сейчас у меня здесь как бы центральная водичка есть. Магистраль, к которой можно подключить керхер и нормально почистить рыбу. Вот сейчас мы и попробуем это сделать. Реально ли это на модельке 5200? Почему? Потому что семерка, я точно знаю, что можно почистить. И она давление дает в несколько раз больше. А пятерочка, ну это такой, знаете, не промышленный вариант. Это домашний. И давление у него, честно скажем, ну не очень. Поехали проверим. Ну, мы рыбу будем чистить, а не собак. Так, в общем, все. Планка, она после шелковицы. Офигеть! Что, пойдемте посмотрим, как это получится. Стоять. Вот так, я думаю, все будет видно. Терпеть не могу рыбу. Слизь, у меня просто аллергия на нее. Не хочет. А щука тоже задеревенела, да? Отойди. Ну, фрезой чистит. Очки нужно одевать. Thank you.
Короче, народ, это быстрее, чем чистить ножом или чем-либо другим. Но вы должны быть готовы, что вы будете все пустые, и потом здесь нужно будет конкретно проводить уборочку. Айр, отойди. Так, это теперь нужно как-то перевернуть. Уйди. Да, щука тоже подустала уже. Как я не люблю слизь. Давай, разравнивайся. Тихо. О, красава. Все, а я уйди, не трогай рыбу. А, по рукам больно. Очень даже больно. Прям очень больно, неприятно. Короче, народ, рыбу можно кверкером почистить. Это действительно быстрее, чем чистить руками. Но я вам скажу, вот так вот видите, да? Я весь мокрый. И сейчас придется идти купаться. Ну, в принципе, сам вариант, ну, для меня этот вариант более приемлемый, чем чистить руками, однозначно. Ну, в принципе, народ, как-то так. В общем, сколько минут? Наверное, 10 я это все делал, да? Около того, около 10 минут. Ну, и что хочу сказать, это лучше, чем шкрябать ножом там или какой-то там чистилки специальной есть. У меня просто реальная аллергия на слизь, на вот это все, вот рыбье, поэтому для меня это вариант. Хотя керхер надо менять. Пятерочка слабовато. В общем, если кому-то нужен керхер, пятерка продается. Если кто-то продает керхеры, семерка покупается. Будем покупать семерочку. В принципе, вот такой вот эксперимент сегодня я провел для себя. До этого я пробовал, я же говорю, в гараже чистить сома точно так же фрезой. И очень долго мы чистили его. Я не помню, там сом на сколько был, килограмм на 15, что ли. Тоже долго чистили его. Ну, в принципе, как-то так. Давайте. Пока-пока. Увидимся.